Приобщиться к прекрасному смогли химчане в выходные дни. Во Дворце культуры «Родина» прошел концерт Московского государственного симфонического оркестра под управлением Дмитрия Орлова. В программе представили музыкальную постановку «Спартак и Кармен». Программу разделили на две части. В первую вошли 7 номеров, посвященных Спартаку, во вторую – 9 – о Кармен. Такие концерты во Дворце культуры «Родина» проходят 20-й сезон. Их можно посещать по специальному абонементу. Это для семейного общения, для семейного прослушивания, потому что программа – самые популярные классические произведения. И у нас начинали ходить дети, а теперь уже эти дети выросли и привели своих детей. Поэтому зал заполнен, где-то в среднем 500-600 человек бывает на концерте, иногда бывают аншлаги. Следующий концерт пройдет 15 марта. В нем будут участвовать молодые дарования со всей Московской области.